Не гони. По таким девизам на новгородский участок трассы М-11 вышли сотрудники ГИБДД и представители компании «Магистраль двух столиц». Целью профилактического мероприятия стал контроль скоростного режима. Не прошло и 5 минут, останавливают первого гонщика. Спустя еще 5 на краю дороги выстраивается целый ряд нарушителей. Нарушайте скоростной режим, двигались со скоростью 139 км в час. Знаете, да? Все нарушили, да? Согласны с нарушениями? Измеряют скорость движения сотрудники ГИБДД при помощи специального прибора – бинара. Он может определить, как быстро движется автомобиль на расстоянии 200-300 метров. Бинары вернулись в пользование служителей порядка недавно. Раньше на этих приборах можно было удалить зафиксированное нарушение. Недобросовестные представители закона могли этим воспользоваться в корыстных целях. Теперь же водителю, который любит погонять, точно придется заплатить штраф. Допустимая скорость на участке М-11 в Новгородской области – 110 км в час. Правда, у водителя еще есть возможность при высить до 130. Все, что выше, нарушение. На данной автодороге, как правило, превышают от 20 до 40 км в час. Это составляет штраф 500 рублей. А если свыше 41 и до 60 км в час, то этот штраф уже будет от 1000 до 1500. От 60? От 5000, либо лишение. Одна из самых частых причин дорожно-транспортных происшествий – превышение скорости. С начала 2020 года на трассе М-11 произошло 154 ДТП. Сотрудники ГИБДД провели с нарушителями профилактическую беседу и выдали листовки. Подобные рейды будут проводиться регулярно. Татьяна Баркова, Андрей Шестаков. Новости. Новгородское областное телевидение.